Бывший муж Полины Гагариной рассказал о причинах развода с певицей. В 2007 году Полина Гагарина вышла замуж за актера Петра Кислова. Однако брак продержался всего 3 года. Певица родила от Петра сына Андрея. Тогда артисты не стали афишировать причины расставания. Однако в недавнем интервью Кислов раскрыл причину разлада. «Мы хотели друг от друга одного и того же, но кто-то должен был уступить. Однако уступить значит наступить на горло своей песни. То, что нам не надо быть вместе, мы поняли не сразу. На это ушло 2 года. Еще год мы пытались, как могли, спасти свой брак, но в итоге поняли, невозможно», — рассказал он.